Тем временем жители Березняков начали прививать вакцины «Эпивак Корона». В краевую больницу имени Вагнера поступили первые 200 комплектов препарата. До этого прикамцев, замечу, вакцинировали только спутником ВИ. «Эпивак Корона» – это однокомпонентная пептидная вакцина против ковида, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Прививка показана людям от 18 до 60 лет. Она вводится двукратно, с интервалом от 14 до 21 дня. Всего с начала вакцинации 7304 человека привились в Березняках первым компонентом. 4371 человек прошли полный курс вакцинации. До конца недели поликлиники ожидают поставку еще одной партии вакцины.